Здравствуйте, мои дорогие зрители. Говорит, показывает Юрич с вами. Всем салют. Снимаю как могу. Ну что, Бог услышал мои молитвы. 7 часов 12 минут. Вот она, роса тут. Видите, вот. Хотя ночь была сухая, ну, в меру холодная, но тем не менее. И вот Бог услышал наконец-то, аллилуйя, мои молитвы. Вот не доложили каких-то 250 метров асфальта до переезда. Ну, ремонт дороги, новый асфальт вот здесь вот. Наконец-то можно ехать нормально на аппарате, без ям. Главное, что ям нет, этих диких перестроений, которые совершают вот такие грузовые машины. Ну и я быстренько вот взял сапоги сегодня. Собираюсь сделать очень много. Вообще я задумал авантюрное путешествие, но потом сказал, ну его нахрен, сделаю менее авантюрное, потому что в одного как-то страшновато. Медведи, клещи, короче. И неизвестная дорога, думаю, съезжу на разведку, если время будет, если удастся вброд перебраться. Ну, посмотрим. И взял, конечно, поснимать. Обещают сегодня ясно. Ветра почти нет, то есть, ну, взял запасных аккумуляторов, один здоровый аккумулятор, то есть поснимать до упора, короче, все, горы, в общем, там. Ну, а в городе, видите, грязь, смог, вот, с металлургического завода никакой очистки. Все это летит, экология в заднице, короче. Ладно, все, двигаюсь дальше, что время терять. 2 минуты входного, как говорится, сделал. Ну, и машин сейчас мало, пятница. Машин, до удивления, мало, вот сейчас проскочил просто классно. Полет по спирали. Вот так вот. С наблюдением окрестности. На высоте 600 метров. Вот какая красота. 25 градусов примерно. 24-25. Вот я вот там вот сижу. На вот этой вот штуке, с которой я вчера снимал. Вот. Я хочу сейчас вот на этот остров слетать, посмотреть. Может даже при удачном стечении обстоятельств, если будет связь. Но я хочу вот сюда долететь. Часов 25 минут и примерно 25 градусов тепла. И я вот сижу сейчас по этой жаре, вспоминаю, как я фантастическим образом, в общем, потерпел фиаско. И вот до тех вот обалденных гор, которые я собирался сегодня снимать, да, мерз с утра, когда туда ехал, потому что в 6:40 я стартанул. И было очень холодно, я скажу честно. Я уже ехал, даже сильно не спешил. Даже по городу, потому что ухи мерзли. И вдруг я оказываюсь, вот видите, стартанул в ту сторону, а оказался, сейчас, оказался, Юрич, вот тут вот, вот. Опять дети тут катаются и так далее, юные яхтсмены. Надежда безнадежного флота, короче. Куча рыбаков прям взбесились, и смотрите, сколько машин по сравнению с прошлым разом. Вот дивы все на дивах. Ну, я успел реабилитироваться, поэтому кое-что вам будет на Бусти, короче. Заходите, посмотрите. Там вот чудик, я его, к сожалению, снять уже не могу, он уплыл. Ну, можно второй раз запульнуть, ну ладно. Честно говоря, мне жалко акубов. И сегодня что-то полетный день. Вот сейчас вертолет пролетел по это самое. Самолеты летают, вот еще вертолет летает. Хотя, может, это и не вертолет вовсе. Может, это такой же коллега по опасному бизнесу. Я уже второй раз вижу. Нет, это, похоже, коллега по опасному бизнесу. По той, как говорится, как он летает. Может, даже вчерашний. По той же траектории. Почему-то его видно хорошо. Должен быть белый. Не будем мешать, коллеги. Пусть кайфует. Я что хотел, снял, как бы увидел. Да. Поэтому у вас есть шанс тоже увидеть. Сижу, думаю, каким образом монтировать. Монтировать придется вечером. И с одной стороны, можно просто непрерывно смонтировать. Там звук опять могло подъесть. Как бы, ну, посмотрим, разберемся. Может, музычку какую-нибудь наложу. Может, еще что-то. Я хочу позагорать, потому что это третий день, когда можно загорать. Вот за эти 2 месяца, за апрель и за май. Сегодня 31 мая. И вот только-только, как говорится, что-то похожее на солнце стало. То есть штилевых дней вообще не было. То есть вот таких дней, чтобы стоял вот так штилем амур.
даже, был, когда дождь был, единственное, когда дождь и холод был, один раз штиль, он был так, до обеда. А в основном вот это все. Я тут насвидячил, мне сейчас придется собаку кормить. Растаяла моя шоколадка, которая уже почти 2 месяца болтается, может даже 3. Я, наверное, с ней еще ходил по снегу, брал ее. Брал как бы пачку, вот от пачки что осталось. Сейчас ее уберу вот в пакет. Там собака была голодная, дам облизать ей. А эту выкину в помойку. Все, лодочники, я убью тебя, лодочник. Как всегда обычно, вот уже. Если бы была теплая погода, сейчас бы уже вода была комфортная. Можно было сидеть в байдарке и не мерзнуть. Вода нисколько не нагрелась. И плюс я просто брезгую в этом трупнике, в трупном, яде в этом купался. Плавать, нафиг. Вонять лодка потом будет этой дохлой рыбой. Неприятно. Приятно, когда лодка копченой рыбой пахнет, соленой. То есть той рыбой, которая вкусная, когда она вот ужасной пахнет рыбой. Кстати, вот сейчас сниму я. Поскольку мой замысел удастся, я так сделаю презентацию. То есть вот там вот плывет он. На самборде уже страдались. Нет бы взять байдарку, вот извращение тоже. Неважно. Вот я этот остров весь пролетел, снял. Зашел на мыс, снял мыс здорового острова и вышел, где старая база, где коряга, то есть со всеми, то есть ту часть снял, в общем, приду сейчас, посмотрю, что получилось. Все, ребятки, спасибо, что зашли, поддержали, рублем особенно, особенно в свете того, что сдохла камера, она сейчас уже тыщенку, наверное, стоит, у меня запасная и та латаная. Все, давайте, Хабаровский край.